по курсу. Этот курс, ввиду того, что мы только начали работать, людей мало, я думаю, объединить. Если, к примеру, курс по чиптюнингу предполагает разборку всех карт, которые существуют, да, в блоках управления, что такое режимная точка, что такое режимы параметра запуска, как правильно настроить холостой ход, какие методы борьбы с нестабильностью его, вообще, что такое холостой ход, из каких параметров он состоит, мощностной режим, экономичный режим, режим экономии топлива, все это дело рассказывается. Кроме того, по факту мы затрагиваем газовые контроллеры, я рассказываю полностью, как работать с газовыми контроллерами, вот, как правильно настроить газовый контроллер под бензиновую прошивку для того, чтобы ошибки не выдавало и параметры работы двигателя на газу ничем не отличались от параметров работы на бензине. То есть человек при переключении на газ вообще ничего не ощущает, что у него мотор хуже начинает ехать. Вот, и это позволит сэкономить газ. И я там в этом курсе должен затрагивать тему Tuner Pro RT, программу, которую я сегодня вам демонстрировал, и Vinyls. Вот, частично, да. Но у нас есть человек, который оплатил курс Vinyls. Мы этого человека, скорее всего, пригласим в основной курс для того, чтобы объединить два курса. То есть тот человек, который оплатил полный курс по чиптюнингу, он получит еще полноценный курс по Vinyls. А тот человек получит знания по основному чиптюнингу. Я думаю, уже продвинутый пользователь, если без продвинутого курса по чиптюнингу, будем так говорить, приобрел. То есть будет бонус, так сказать. Это когда уже мы разовьемся, нас будут узнавать люди в интернете, что группы будут там собираться в районе там 15-20 человек, тогда уже будет целенаправленно именно тот курс и тот курс. Изначально мы вообще планировали один курс делать. Ну вот, ну, Леша спросил меня, как, что. Я говорю, ну, вот такую вот программу давай сделаем, все. Предполагалось проводить 2 дня. В субботу и воскресенье, но когда я начал вести курс, люди поняли, что сидеть целый день и слушать мою монотонную речь очень тяжело для восприятия информации и укладывания ее по полочкам в голове. Вот. Разбили на 4 дня курс, чтобы люди осознавали то, что я им предполагаю, чтобы они в этот момент могли адекватно задавать вопросы, если что-то я не ясно или некорректно там пояснил, чтобы человек выходил от меня грамотно. И кроме этого, видеозапись получает человек, да, прошел курс, видеозапись получил. Если что-то забыл или это, он всегда может посмотреть видеозапись, вот, вспомнить то, что это, ввиду того, что все секреты, которые, в принципе, существуют на форумах, я это все выкладываю в своих курсах. То есть, грубо говоря, пройдя полный курс по чиптюнингу, у вас никогда уже не возникнет сомнений по поводу того, правильно ли вы делаете в данной карте или в данном режиме работы двигателя. Вы получите всю информацию, необходимую для того, чтобы качественно настроить, не просто там подправить прошивку и все. Вы получите знания о том, как можно завалить двигатель, как можно наоборот поднять мощность, как сэкономить. То есть все вот эти свои знания, которые я насобирал за последние там 7-9 лет, не помню я уже сколько этим делом занимаюсь, я это все стараюсь уложиться в 4, там, 3-4-5 дней, не знаю. Я думаю, всегда будет, ну, по-разному. Однозначно нельзя сказать, сколько будет длиться курс, потому как у меня есть программы, да, я открываю программу, вот, я смотрю, ага, холостой ход, и начинаю рассказывать по холостому ходу. Пока я его не закончу рассказывать, нет смысла переходить к другим, к примеру, калибровкам. Очень часто калибровки между собой пересекаются, и заранее предсказать, как долго я буду за тот или иной график рассказывать, и какие, возможно, бывают у него параметры, тяжело, поэтому нет такого четкого. Я там расписал, там 3 часа один день, 3 часа второй день, то мы то будем расписывать. Сразу могу сказать, такого не будет. Просто вы пройдете курс от А до Я.
от самого начала до самого конца. Кроме того, все те, кто приходят ко мне на курс, они могут мне звонить непосредственно, если у них какие-то вопросы возникают. В любом случае, первые полгода, я думаю, есть смысл мне позвонить, там, если что-то подзабыл, да, не будешь бежать при клиенте смотреть видео. Набрал меня, там, Сань, как там то-то-то, вот у меня какие-то параметры, что мне сделать. Вот, конечно, помогу, подскажу. Вот, даже если так бывает, что я не беру трубку, я в любом случае перезвоню, то руки в масле, то я на трассе выкатываю машину, я в этот момент не отвлекаюсь. Вот. Но в любом случае, те, кто ко мне звонит на телефон с известных номеров, а то бывает неизвестные звонят, что ты не перезвонил, как я тебе перезвоню. Вот так вот. То есть поддержка еще в этом плане. Вот так вот, парни. Это Серега. Это Вазги. Да. Бош. 7-0. Сегодня мы покажем, как их соединяем. 9-1. Да? Идем в него.